Здравствуйте. Кто хочет связать вот такие вот тапочки, присоединяйтесь к нам, и мы начнем их вязать. Они вот так вот выглядят впереди. Это вот боковая часть. Это вот у нас такой вот задничек будет. Я эти тапочки вязала не очень толстой пряжей, и поэтому они получились у меня где-то на размер 35-36, может быть. На этот раз я хочу взять немножко потолще пряжу и буду вязать по этому же расчету, но они будут немножко больше, потому что мне нужен на 37-38 размер. Здесь я резиночку не вязала в начале, но на этот раз, наверное, мы ее свяжем, потому что с резиночкой, мне кажется, будет оно смотреться немножко красивее. Это у меня пряжа, она довольно-таки толстая, но здесь нет 50% полиэстер, а какой метраж здесь не написано. Написано, что 4,5-5,5 взять спицы, а сколько метров я просмотрела, тут так я ничего не нашла. Поэтому я не знаю. Но такая довольно-таки толстенькая пряжа. Спицы у меня тоже троечка. И давайте, кто хочет вязать, будем начинать. Набираем на спицы 27 петель. Ну а теперь резиночку можно связать или 1 на 1, или 2 на 2, или просто платочной вязкой. Я, наверное, свяжу платочной вязкой. Просто все петли мы будем вязать лицевыми. Ну и так мы провяжем 4-6 рядов. Смотрите сами, чтобы здесь вот немножко была такая вот резиночка наверху. С резиночкой будет, мне кажется, более привлекательнее тапочки. Итак, вяжем. Кто хочет резинкой, кто хочет платочной. 4-6 рядов мы провяжем. Вот я провязала 4 ряда. Здесь у меня получилось 2 дорожки. Вернулась к этому хвостику, где мы набирали петли. И теперь будем вязать уже сам тапочек. Для этого первую петлю будем снимать. Так. Первую петлю мы снимаем. Далее мы вяжем 8 петель. Резиночка 1 на 1. 1 лицевая, 1 изнаночная. Вяжем так 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, изнаночная, 8. Далее мы вяжем 3 лицевые. 1, 2, 3. Далее делаем накид. Опять вяжем 3 лицевые. Делаем накид. Опять вяжем 3 лицевые. И 8 петель мы вяжем резиночкой. Так как мы тут заканчивали изнаночной, значит, мы тут будем начинать изнаночной. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и кромочная. Изнаночный ряд мы вяжем по рисунку. То есть там, где у нас были изнаночные, мы вяжем изнаночными на резиночке в начале, в конце. Лицевой мы вяжем лицевой. Эти 8 петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь мы 3 лицевые вяжем изнаночными. Накид мы вяжем также изнаночной, так чтобы здесь дырочка была.
Далее мы вяжем 3 изнаночные. Накид вяжем изнаночным. Дальше мы вяжем 3 изнаночные. И далее у нас идет резинка 8 петель. Мы вяжем также ее по рисунку. Лицевая и изнаночная. И кромочную мы вяжем изнаночной. Далее мы вяжем опять 8 петель. Длинная леска. 8 петель мы вяжем резинкой. 1 лицевая, 1 изнаночная. Дальше мы вяжем 3 лицевые. Делаем накид. 1 лицевая. Накид. 3 лицевые. Накид, 1 лицевая, накид, 3 лицевые и 8 петель резинки. То есть я еще раз повторю, кто не успел. Мы вяжем 8 петель резинки, затем 3 лицевые, накид, 1 лицевая, накид, 3 лицевые, накид, 1 лицевая, накид, 3 лицевые и 8 петель резинки. И кромочная. Изнаночный ряд мы вяжем, как смотрят петли, то есть по рисунку. Над изнаночной мы вяжем изнаночные, над лицевыми мы вяжем лицевые. Теперь у нас идут изнаночные, мы вяжем 3 изнаночные. Где у нас был накид, мы вяжем также ее изнаночной. Далее мы вяжем изнаночной. Накид мы вяжем изнаночной. Далее идет 3 изнаночные. Накид изнаночная. 1 изнаночная. Накид опять изнаночная. 3 изнаночные. То есть мы вяжем в серединку все петли на изнаночной стороне изнаночными, кроме боковых резинку. Резинку мы вяжем по рисунку. А серединка вся у нас будет изнаночная по изнанке. Так, провязали. Следующий ряд. 8 петель резинки. Далее мы вяжем 3 лицевые. Накид. 3 лицевые. Накид. 3 лицевые. Накид. 3 лицевые, накид, 3 лицевые и 8 петель резинки. Обратно мы вяжем по рисунку вот эти вот крайние 8. В серединку все мы вяжем изнаночными петлями. Так, провязали. Ну а теперь мне хочется вставить сюда какой-нибудь другой цвет. Ну, я возьму зелененький такой вот, болотного цвета. Для тапочек как раз он подойдет. И вяжем дальше. Первую снимаем. Вяжем 8 петель резиночки. Три лицевые у нас идут здесь без изменений. Делаем накид.
теперь мы вяжем 5 лицевые. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид. 3 лицевые. Делаем накид. 5 лицевых. Накид, 3 лицевые и резинка, 8 петель, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну а теперь нам уже видно, что мы добавляем. Вот смотрите, вот у нас идет резинка, вот эти три, они после резинки, они остаются без изменений. Мы их вяжем постоянно, вот эти вот три. Добавляется только после трех петель делается резинка. И потом добавляется, добавляется, добавляется. Вот видите, вот мы отсюда вяжем. Вот потихоньку не добавляется, добавляется за счет вот этих двух накидов. После резинки мы вяжем всегда 3 лицевые. И перед резинкой всегда 3 лицевые. И в серединке мы всегда вяжем 3 лицевые. Они идут без изменений. Единственное, конечно, добавляется перед центральной, перед тремя центральными и после трех центральных. Остальные все идут без изменений, поэтому здесь вязать очень легко. И здесь уже нам видно, вот смотрите, 8 петель мы добавляем, резинки мы вяжем одинаково, после резинки мы вяжем 3, и перед резинкой мы вяжем 3, немножко приболела. Вот мы, и в серединке мы вяжем всегда 3. Добавляется только вот эти вот петли, то есть где у нас были накиды, мы делаем накиды и, в общем, после этих трех делаем накиды и перед и после центральной трех мы делаем накиды. Если кто поймет, то здесь и запись никакая не нужна. Теперь мы вяжем изнаночную сторону. Делаем мы резинку. 8 петель. Теперь мы вяжем всю серединку, мы вяжем изнаночными. Накиды тоже провязываем вот так вот, чтобы дырочки были. Не с дырочками, смотрятся, конечно, намного симпатичнее. Так, у нас идут сейчас 3 центральные. Опять идет накид у нас. Идет эти вот добавочные петли. Вы можете одним цветом вязать, вы можете каждый ряд менять. Это в зависимости от вкуса. Посмотрю, что получится. Вот так вроде бы цвета подходят эти. Сейчас, наверное, мы будем уже вязать каждый себе. Вроде бы как все понятно. Я сейчас вам еще покажу свою схемку. Вот уже потихонечку получается тапочек. Так. Вот смотрите. Вот у нас 8 петель резинки. Делаем накид, 3 лицевые. Накид, 3 лицевые, накид, 3 лицевые, накид, 3 лицевые. Наверное, сейчас я схемку напишу вам и покажу. Так, мы набирали, 27 петель, провязали резинкой, потом мы вяжем 8 резинки, 3 лицевые, накид, 1 лицевая, накид, 3 лицевые, накид. Я перепишу сейчас, потом вам покажу. Ну вот, я набросала схемку, смотрите. И вниз идут цифры, меняются только те, которые мы меняем. Остальные, все остается на месте. Мы вяжем все одинаково. Если мы вязали 8, резинка она идет до конца 8. Здесь мы 3, так и вяжем 3. Накид, 3 лицевые, накид, все это так идет. 3, так оно идет 3. 8, так оно идет 8. Меняются только вот эти две цифры. 1, 3, 5, 7, 9, 10. Только вот это меняется. И вот это меняется. За счет этих вот накидов и прибавления вот этих вот у нас расширяется тапочек. И будем вязать до тех пор,
Пока на спице будет 69 петель. Но если кто хочет побольше тапочек, там уже вы можете примерить, вы можете вязать и больше. Пускай, ну, обязательно будет нечетное число, потому что у нас идет здесь вот 3 лицевые, она идет нечетная, поэтому здесь будет нечетное число. Вяжем потом столько, сколько вам нужно. А дальше потом уже будем вязать вместе. Я потом покажу, как вяжется пяточка. Так, ну вот что у меня получилось. Я вам сейчас покажу. В принципе, вот такой вот веер. Вот так вот. Я провязала здесь в конце у меня не 19, а 21 петля. Я здесь сделала по 21 петле. То есть на один ряд я сделала больше. И у меня на спице сейчас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36 это значит 72, 73 петли. 73 петли у меня на спице. Вот, если у нас так вот перегнуть, вот такой получается тапочек. Но вы не переживайте, что он маленький, потому что мы тут еще будем добавлять пяточку, еще увеличится. Теперь мы провяжем, кто вязал цветной ниточкой, значит, можно 2-3 рядка, вот видите, вот они перед этим убавлением, вот они провязаны просто лицевыми, ничего не надо, не добавлять, не убавлять, просто как хотите, 2-3 рядочка 4 можете провязать просто лицевыми, а потом будем делать пяточку. Так, я вот провязала 2 ряда зелененькой и 2 ряда оранжевой ниточкой. Теперь я оранжевую оторвала и буду вязать теперь пяточку. Вот это мы будем сейчас пяточку вязать. Я буду зелененькой вязать. У меня на спице 73 петли. Здесь мы будем пяточку вязать, но на 9 петлях. Вернее, 7, и 2 вот эти у нас идут крайние, 9 петель. От 73 я отняла вот эти 9, мне получилось 64, и разделила на 2 части, у меня получилось по 32 петли. Значит, я вяжу 32 петли вместе с кромочной. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Теперь мы вяжем 7 петель. 1, 2, 3. Нет, мы вяжем не 32, а 33. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Итак, мы вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, так, 33 петли я провязала. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 33. Теперь вяжем 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И следующие 2, здесь у нас тоже должно остаться 33, посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 1, 33. Мы вяжем 2 вместе лицевые. Переснимаем обратно, поворачиваем работу и будем вязать только средние 7 петелечек. Я буду вязать лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. И на изнаночной стороне мы 2 вместе вяжем изнаночной. Вот вместе с этими 2 изнаночными у нас получается по 2 вместе 9 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Теперь мы поворачиваем и вяжем только эти 7 петель, которые мы вязали 2 вместе. Мы переснимаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И 2 вместе провязываем. У нас получается здесь 9 петель на пяточку. Поворачиваем и вяжем дальше мы только 7 петель. То есть мы вяжем сейчас пяточку. И будем вязать до тех пор, по изнаночной мы вяжем 2 вместе изнаночной, по лицевой мы вяжем 2 вместе лицевой. И вяжем до тех пор, пока полностью все вот эти петелечки у нас уйдут и останется только вот это вот задничек останется. Потом я вам покажу, что у нас должно остаться. Пока вяжем мы только среднюю часть, пяточку, только 7 петель по бокам убавляем по одной петле в каждом лицевом ряду. По лицу лицевой, по изнанке изнаночной мы вяжем 2 вместе. Вот видите, уже вот образуется вот пяточка. Ну, вяжем дальше. Так, вот мы довязали тапочек. Вот у меня все ниточки ушли сюда, под подошву. Вот что у нас осталось. Вот такой вот, типа как обрубочек. Теперь мы будем набирать петли для пяточки, чтобы закончить пяточку. Вот у меня здесь на этой стороне осталось, на изнаночной стороне у меня остались конец нити. И теперь нам нужно по этой стороне вот набрать петли. Но если вы вяжете с толстой ниточки, то чтобы было не более 14. А если с тоненькой, если с толстой, то не больше 12. А если с тоненькой, то можно и 14. И вот мы набираем здесь лицевой петлей по изнанке. Нет, вру, изнаночной петлей. Изнаночными по изнанке набираем. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, я не знаю, сколько у меня тут получится, 8, 9, 10, 11, 12, 13, отлично, 13 петелечек. Теперь мы их провязываем. Эти 13 петелечек. 1, 2, все мы провязываем вместе с петлями пяточки. И также мы 13 должны набрать по другой стороне. И здесь мы опять набираем на эту же спицу также 13 петель. Ну, у вас сколько там получилось? 12, значит 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
немножко пропустить, а мы потом все. 11, 12, 13. И теперь у нас все петли на спице. И мы будем вязать теперь опять, также продолжать закрывать пяточку, как мы ее и закрывали. Мы вяжем эти петли лицевыми. Кто вязал здесь лицевые изнаночными, вот как примерно я вот так вот вязала, то тогда вы вяжете дальше по рисунку, дальше, чтобы тоже были лицевые шли. Но так как я вязала полностью все лицевыми, значит, я вяжу все лицевыми. Так, вяжем теперь мы эти средние 7. И теперь вяжем 2 изнаночные вместе. Разворачиваем. Вот видите, вот так мы дальше будем вязать. Разворачиваем. Снимаем. Опять вяжем средние 7. Следующие 2 провязываем вместе. Снимаем, разворачиваем. И теперь мы вяжем только 7 средние петли. И 8, 9 у нас идет 2 вместе. По изнанке вяжем изнаночной, а по лицу вяжем лицевой. И так вяжем до конца. Так, вот я довязала до конца. Остались мне только средние 9 петелечек. И я теперь их буду закрывать. Провязываю их по очереди. И вот так вот я их, как обычно, закрываю. Здесь еще 2 вместе не провязала, я их провязываю сейчас и закрываю 2 вместе. Все, теперь оторвали. Здесь вот потом мы заделаем. И вот у нас получился, эти ниточки потом мы заделаем. Вот у нас получился вот такой вот тапочек. Ниточки все мы сейчас заделаем, чтобы их не видно было. Тут все подтянем. Вот такой у нас получился тапулечка вот такая. Я думаю, что вязать их совсем не сложно. Удачи вам, вяжите. Подписывайтесь на мой канал. Я буду давать еще уроки. Спрашивайте, что непонятно. До свидания.